Короче, пошла съемка. Настя, давай открывай, что у нас пришло. Так, открываем коробочку. Угу. Опять посылка из Китая. Чего там у нас интересного? Вот в такой коробке. Ну-ка, дай-ка близко посмотрю-ка. Короче, на вид мятая. Ну-ка, поверни-ка. Да. Короче, у нас еще поближе. У нас, короче, как-то называется холодильник для ноутбука. Ну-ка, вытаскиваем дальше. Коробка мятая, но она сама целая. О, смотри-ка. Как эта бумажка упала. А, это фигня. Ба-ба, даже светящая, походу. Нифига себе. Нормально. Вау, какая огромная. Угу, тут, в общем, да. Защёлки. Провод, который, ну, сантиметров 45-50. Угу. Ну, короче, друзья, вот. Дома подключим. Короче, вот верхняя, тот нижняя. О, смотри, даже заставка есть, смотри, хоп, чтобы не уплыл ноутбук. Короче, так. Добавим дальше еще видео, как он работает, как он светится. Такие мягкие подушечки для ноутбука. Да. Здесь тоже. Вот эти закрываются, вот эти открываются. Короче, кому надо, ссылочка под видео будет. Всем пока-пока. Пока. Настя, пока. Вот, пока. Да, Настя. Настя, короче, лайк. Настя, лайк у нас Настя сегодня. Открывает посылки.